Около 900 юношей и девушек, представители 13 вузов и 17 СУЗов в этом году приняли участие в отборочных этапах конкурса «Студенческая весна» в Омской области. Судьи молодые люди презентовали 334 номера и работы по 8 направлениям – вокальная, инструментальная, танцевальная, театральная, оригинальный жанр, мода, журналистика и видео. Уже традиционно ребят разбивали на два потока – профильный и непрофильный. Фестиваль начался 28 марта. У нас было три заочных отборочных тура, где просто участники прислали нам работу, мы их отправили в жюри. И были четыре отборочных дня, 28, 29, 30, 31 марта по очным направлениям. И вот оно, главное событие – чествование победителей. В этом году участников «Тут весны» ждал сюрприз. Вместо традиционного гала-концерта – студенческая тусовка в клубе «Ангар». Объявление лауреатов, число которых перевалило за сотню, тоже прошло нестандартно. Дипломов на сцене не вручали. Все победители и призеры становились участниками творческих конкурсов. Например, вокалисты и танцоры сошлись в батлах. Журналистам предложили креативно расшифровать аббревиатуры, а инструменталистам угадать миксы популярных песен. Фингерстайла. Вот. Что-то такое новое показал, чтобы люди удивились, и, видимо, у меня получилось. Молодые люди не только принимали участие в конкурсах, но и смогли потанцевать, посмеяться, пообщаться и увидеть лучшие номера своих коллег по студенческой весне. Анастасия Давиденко лауреатом студенческой весны становится не впервые, этот раз не исключение. Плюс приятный бонус. Девушку выбрали в качестве одного из делегатов для участия во всероссийском этапе конкурса. Так в вузовскую делегацию вошли студенты ОМГУ, Зарина Амарбекова, Айдана Нурахметова, Егор Лебедев и Григорий Красильников, учащиеся ОМГАУ, Тимур Мулин, Дарья Чебоха и Кирилл Штанов, Глеб Секачев и Полина Пальчиковская, Сибгувк, а также представители ОМГУПСа Ксения Архипова, Роман Татхаджиев, Даниил Павин, театр танца «Рандеву». Уже который год лауреатов берем, да, вы все верно сказали. Театр танца «Рандеву», танец, эмоции, жизнь, краткое содержание. А если широко, то мы стараемся захватить максимальное количество направлений и каждый раз устраивать что-то новое, какое-то новое шоу для зрителя. Каждый год появляются новые студенты.
студенты, и ты постоянно, ты удивляешься тому, насколько все разносторонние, насколько все яркие, вокалисты просто невероятные, танцоры, певцы, вот эти все люди, это такой кладезь энергии. Этап студвесны среди представителей высших учебных заведений пройдет с 18 по 24 мая в Самаре, а студенты СУЗов посоревнуются в творчестве с 3 по 8 июня в Челябинске.